Юлия Французова успешно совмещает сразу несколько ипостасей. Она актриса Саровского драматического театра, успешная бизнес-леди, любящая жена. Но самое главное, она мама. У Юли трое детей, старшим дочерям 13 и 12 лет, сыну Никите 4 года. В определенный момент своей жизни я понимаю, что семья – это вообще самое важное. Вот всего можно потерять, все вокруг можно потерять, денег не иметь. Но семью потерять – это самое страшное. Это какой-то тыл, это основание, это та опора, которая тебя вот держит и за спиной, и спереди, и по бокам. Она всегда крепкая. И я понимаю, что у меня есть будущее, как бы оно у меня ни сложилось в профессии или где-то. Я знаю, что моя семья, она всегда будет у меня, она меня всегда ждет, она всегда будет со мной. Юля всегда мечтала о большой семье. Справиться с домашними делами и малышом помогают муж и дочери. Когда мама актриса, дети просто не могут остаться в стороне от мира искусства. Старшие дочери – самые главные мамины поклонницы. Они ходят на все Юлины спектакли, знают всех актеров нашего театра. Младший Никита пока посещает «Кузнечик». Уже посетил 2 спектакля, он остался в восторге. То есть 40 минут были, они просто на одном дыхании, он ни разу не шелохнулся. Я очень жду, когда я поведу его уже, ну, чтобы я уже играла, как он отреагирует. Первое слово, которое произносит большинство людей на планете – «мама». Сложно переоценить материнскую роль не только в появлении человека на свет, но и в дальнейшем становлении личности. Практически в каждой стране есть праздник – День матери. В России его отмечают в последнее воскресенье ноября. День матери – прекрасный повод сказать слова любви и благодарности женщине, которая дала вам жизнь. Сын, я люблю тебя. Ты меня любишь, Никит? Любишь? Да? Поцелуемся с тобой. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.